И снова здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, наши ученики. Мы продолжаем тренинг в Академии телесно-ориентированных практик по специальному мануальному массажу. И сейчас мы разберем анатомические ориентиры на работе, то есть на теле человека. Это, ну, как я обычно говорю, да, работа на столе лежит. На столе коль не валялся, но работа лежит. Будем рисовать. Вот я подготовил разные фломастеры. Соответственно, на что мы обращаем внимание? Основные наши ориентиры в работе. Это, естественно, мы вот начнем с так называемого камня преткновения, который я постоянно говорю, да. Это вот эта точка L5S1, да, от которой начинается у нас расти позвоночник, расти все тело человека в утробе матери, вот крестец. И, соответственно, кости растут отсюда вверх и отсюда вниз. Поэтому искажения, прежде всего, в этой точке, они влияют на нижние конечности и вплоть до головы. Хотя, конечно, вот от атланта, от положения атланта тоже влияет на положение таза. И, соответственно, до пятки может пойти тоже искажение. Далее мы прощупываем и проверяем позвоночник сам. А точнее прощупываем остистые отростки, ведь мы сам позвоночник не можем нащупать, только отростки вот эти. До позвоночника, ну, не говорить о том, что кто-то там что-то увидел, нащупал грыжу, это все чушь, ее нельзя нащупать, потому что до позвоночника там глубина еще сантиметров 5 примерно, а то и 7. Через ткани, через жир, мясо и прочие ткани пробиться туда невозможно. Поэтому ориентируемся только по остистым отросткам. Соответственно, прощупывая их, мы можем увидеть, где они идут ровненько по одной оси, а где они, ну я условно, я не буду специально там рисовать, да, а где они вот искажены, да, пошло искажение, ротация прежде всего вверх, вниз, вот, ну все, не буду рисовать вот до верха. Нас интересуют дальше вот эти вот ямочки. Это наши ориентиры, вокруг которых идет гребень подвздошной кости. Вот он так вот идет и идет вот туда. Соответственно, опять смотрите внимательно. Чуть высоко нарисовал. Вот мышцы визуально заканчиваются здесь, а гребень заканчивается повыше. Ну, у мужчин сантиметров на 5, а у женщин чуть ли не на 8-10 сантиметров. Гребень гораздо больше. Отсюда выходит у нас нерв, нервы, точнее, вот крестец — это 5 строящихся позвонков, то есть вот они срослись, но у них также есть и задние отростки, да, остались остистые, и боковые отростки, соответственно, если это 5 отростков, ну то есть 5 позвонков срослось, то между ними сколько отверстий? 4. Вот, выходят 4, видите, нерва. И от поясничных позвонков тоже отходят нервы. То есть вот я нарисую, да, вот мы эти точки прожимали. 1, 2, 3, 4. Тоже отходят нервы, так называемый конский хвост. И все они объединяются вот примерно вот здесь, в седалищный нерв. Вот тут начинается. Он такой толстый, толщиной вот примерно с большой палец. Идет вниз по ноге, прямо по центру, вот, вот тут начинается и идет вот так вот. Проходя, ну, кстати, как его определить? Ну, вот так вот, визуально, да, чтобы было понятно. Вот берем вот эту точку, да, ямочку. Берем седалищную кость, ощупываем, вот она. Ну, генетически тут, конечно, тяжело, потому что все растянуто в проекциях, мы только проекцию будем смотреть, и вертел бедренной кости. Вот. Если между ними нарисовать прямые линии, у нас получается равнобедренный треугольник. И когда мы проведем у него бисектрису от каждого угла, ну, бисектриса делит угол пополам, то мы найдем в центре этого пересечения начинается седалищный нерв. То есть вот чуть-чуть подправим себя. Получается вот здесь. Он начинается.
Ну, чаще всего здесь и болит. Болит и иррадиирует боль в ногу. По ноге, давайте нарисуем, нерв идет прямо по центру, прямо. Здесь он раздваивается, одна часть его пошла вот сюда. Идет по спереди бедра, переходит вот сюда и где-то вот тут он там тоже осекается на пальце. Ну, на большой палец основной его напор. Вот, соответственно, мы тут прожимали тоже точки, если помните, да? Вот примерно от сгиба под коленом до лодыжки. Если расстояние поделить пополам, до пятки, вот взять одну треть, да? Вот тут находится первая точка. Это расстояние делим пополам, еще одна точка акупунктурная. Между ними расстояние точка. И вот здесь точка. Ну, как мы там определяли? Цунь в бок, цунь сюда. По-китайски, один цунь отсюда. Здесь находятся лимфоузлы. Они нас не интересуют. Ну, просто пометим. На который не надо давить. А нерв болит чаще всего от того, что зажат грушевидная мышца. Грушевидная мышца крепится вот к бедру, к вертелу бедра, и идет от крестца. То есть вот так она идет, получается. Грушевидная мышца. Она чаще всего является и причиной вот этих болей. То есть она сокращается, она напряжена, раздута, да, от того, что сокращена. И пережимает этот нерв, который придавливается к костям, к кости. Отсюда и боль идет. Передавила. Ну, также может быть виновата и большая ягодичная мышца. Как я вам говорил, она вот начинается вот отсюда. Вот так вот идет вверх. Вот она. Большая ягодичная мышца. Тут средняя ягодичная мышца, но она немножко как бы под нее, под большой. И вот, не слишком я размахнулся. Вот так. И под ней малая ягодичная мышца вот тут. Над крестцом, над гребнем подвздошной кости и до ребер. Давайте ребра еще пометим. Ребра, они, как правило, толщиной тоже с пальцы, и расстояние между ними тоже примерно с палец размером. То есть вот плавающие ребра. И пошли вот настоящие ребра. Нарисовал далеко, потому что надо еще учесть, что у позвонков есть боковые отростки, да, и к ним крепятся как раз ребра, то есть реберно-поперечное сочленение. Их можно ощупать, вот если паравертебральную мышцу отодвинуть, чуть-чуть вот отодвинули, вот они, можете пощупать. Чувствуете бугор? Там плотнее щупаете, видите, это вот начинаются. То есть примерно это 3, это 4 пальца от оси позвоночника, да. Вот здесь вот они вот сочленения эти. Получается. Кожа стас. Получается такая длинная? Немножко кожа. Нет, это. Да, они не длинные. Ну, смотрите. Само тело позвонка, оно вот такое. Поясничные позвонки, они достаточно большие. Дальше меньше. Ну, дальше они все уже. Диаметр позвонка уже. Самые толстые, естественно, поясничные. Ну, скелет, это скелет, видимо, мальчика. Он гораздо меньше сделан. И так, из-за проекции просто сползает кожа немножко. Если проекция вертикально вниз, да, то вот примерно их линия идет. Вот их линия. Собственно говоря, все воздействия у нас идут на них. И через паравертебральную мышцу. Паравертебральная мышца, мышцу будем красным рисовать, она вот такая и вот туда выходит. Прямо вдоль всего позвоночника, с двух сторон.
это не одна мышца, ну так называется, как бы одна мышца. На самом деле это группа мышц, их очень много, они связаны вот так вот друг с другом, да, их там и от ребер там они идут, и от гребень подвздошной кости. Собственно говоря, вот поднимают и за лордоз пяти поясничных позвонков. Раз, два, три, четыре, пять. Отвечают именно эти мышцы. То есть от их напряжения они его поднимают. Опускают лордоз, да, поднимают кифоз. Чаще всего бывает грыжа, ну там 80-90% случаев, это именно вот эти сочленения. То есть L5S1. Давайте прям напишем. S1. Это L5. L4. L3. L2. L1. Это вот два. Видите, как все доступно, видно и понятно у нас получилось. Чуть реже это, соответственно, сочленение L5, L4, L3, L4. Ну, как бы вот три основные сочленения, где чаще всего бывают грыжи. Тут пореже, пореже. Тут еще реже. Ну и второй по популярности среди грыж это шейные позвонки. Да? Особенно это как раз они маркируются C, соответственно C34, C4, C5, C5, C7. Потому что самая мобильная часть, да, и потому что, ну, то есть за счет страдает от того, что шея у нас должна крутиться во все стороны. И туда, и нагибаться. Поэтому она чаще всего страдает, и позвонки тут гораздо уже, чем поясничные, да, и поэтому она. Ну, как бы на втором месте по популярности среди грыж. Вот изображена грыжа, да? Это грыжа, это когда раздавливается межпозвоночный диск и выпячивание. Грыжа переводится на русский выпячивание. Выпячивается, передавливает нерв. А почему на самом нижнем позвонке? Потому что, если видите, у нас все диски, они горизонтальные. Кроме вот одного, кроме двух нижних позвонков, между ними диск под углом находится. Поэтому он как бы под весом всего тела, особенно если человек с животом большим, да, впереди. Вот у беременных тоже после этого, после беременности бывает. Съезжает позвонок, и тут образуется грыжа. Вот она передавливает эти нервы, которые зелененьким нарисованы, да. И они, это вот вторая причина, и они эрозируют опять седалищный нерв. То есть может быть из-за этого. И третья причина, из-за чего вот болит этот нерв, это ротация этих позвонков. То есть из-за того, что они повернулись, они какими-то своими отростками, боковыми, поперечными, могут его передавить. И, соответственно, может болеть... четвертая причина. Вот это называется фасеточный сустав, где позвонок с позвонком стыкуется, видите, сбоку. Из-за того, что компрессия между ними происходит, идет боль. Из-за этой боли организм страхуется, он мышцы перенапрягает, свои собственные мышцы, ну, как бы ему кажется, что создав корсет, он его обезопасит. И за счет этого корсета он также сдавливает нерв, то есть мышечный. То есть мышцы сдавливаются здесь, и они также передавливают эти нервы. Вот тут к нижним ребрам идут квадратные мышцы, да? Они, соответственно, вот так идут вдоль, да, по диагонали вот так и вот так по диагонали. Это вот квадратная мышца, которую мы все время растягиваем вот так, методом вот вхождения ножа в масло растягиваем. А вот эти вот реберно-поперечные сочленения, мы, помните, лодочки делали, разводили. Ну и, соответственно, все вот вибрации, это вот мы в основном на них воздействовали. Дальше у нас серьезный ориентир, это лопатка. Так, как ее тут увидеть? Она, ну давай, да, опустим вниз. Просто когда будешь руку поднимать, она сместится. Так, 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 вот она идет. Видим ее. Так, вот ее уголок верхний пошел. Вот там она уходит к... Вот, акромиальный отросток. Он такой, как подкова. Там крепится ключица к нему. Вот спереди, видите? Он идет вот так вот через... Это называется ось лопатки.
там клювовидный отросток. Клювовидный отросток можете потом посмотреть, вот он спереди. Ну, кстати, вообще часто забывают и не массируют. Чуть-чуть так. Вот он торчит, видите. Это от лопатки идет, между прочим, вот оттуда, из глубины. Он как бы отдельный. Вот, это вот называется акромиальный отросток, да? На нем, собственно говоря, и висит плечо, все мышцы от него идут. И от ключицы. Ну, мышцы давайте вот как раз нарисуем. Получается, от ключицы идут передние. Теперь давай руку вверх. Не-не-не, над головой. Вот он, тут хорошо видно, видите, вот мышцы. Крепятся они вот здесь, то есть тут есть бугор. Вот он бугор, видите, на плече, большой бугор плеча. Вот туда пошла вот эта вот передний пучок дельтовидной мышцы. Надеюсь, видно, да? Вот этот фонарь даже получше показывает. Вот он пошел, видите, вот там крепится, вот там. Видите, где? Спереди. Вот второй бугор. Ой, не бугор. Второй пучок, средний пучок дельтовидной мышцы, да? И вот задний пучок дельтовидной мышцы. Здесь есть круглая мышца, вот большая круглая мышца и маленькая круглая мышца. Чтобы было видно. Так. И нас в основном интересуют трапециевидные мышцы. Трапециевидные мышцы, они вот самые активные, самые зажатые. Это вот она передняя, ой, в смысле верхняя часть, да, идет от шеи, заворачивается вот сюда, вот так как бы обнимает, и до середины ключицы. Вот, прям до середины ключицы она идет вот так. С этой стороны у нее волокна идут от... Все, держи. От практически 12 позвонка, то есть снизу вверх по диагонали, вот так они идут, да? Потихонечку диагональ выпрямляется. Здесь сухожильный ромб. И дальше идут сверху вниз. Поэтому мы и массируем по вот этим частям. Вот помните, вибрацию делали вот так вот. Вот так вот, вот так вот, именно вот в эту сторону. Вот в этом месте еще крепится, под ними идет ромбовидная мышца. Так вверх она идет. Вот она, ромбовидная мышца. Большая и малая ромбовидная мышца. Ну, иногда бывает, что они как бы у человека спаяны, как одна, считается как одна мышца. Иногда две, иногда одна считается. Вопрос в том, что проблема в... Трапециевидные мышцы часто возникают из-за того, что она сама себе является антагонистом. У нас все мышцы в организме построены так, что с одной стороны, ну вот вокруг костей, да, посередине кости, ну или какое-то сочленение, с одной стороны мышца работает, ну например, на сжатие, да, бицепс, вот. С другой стороны мышца растягивается, потом наоборот, эта мышца трапеция работает, вот видно, да, а это передний бицепс растягивается. То есть они друг против друга являются антагонистами. Ну, соперниками. А у многих мышц также есть и синергисты. Синергисты – это параллельные мышцы, которые помогают им совершать это же движение. То есть не один бицепс работает, тут работает на самом деле. И вот эти мышцы, и вот эти, и там еще мышцы есть мелкие. Да? Нам не нужно все мышцы подряд знать. Просто понимайте, что есть мышцы-синергисты, они синергично добавляют энергию, чтобы ни одна только мышца справлялась с работой. Иначе бы у нас, если каждая мышца исполняла бы только одну функцию, она была бы просто раздута, и мы ходили бы как Халки, наверное, вот такие. Ну, персонаж такой есть, помните, зеленый, да? Вот. Антагонисты противники этих мышц. И получается, что у трапециевидной мышцы, у нее верхняя часть является антагонистом для нижней части. Они друг против друга работают. Понимаете? Эти поднимают лопатку, эти опускают. Эту лопатку сводят назад. Вот эти мышцы ромбовидные приводят лопатку вот сюда, к позвоночнику.
Соответственно, вот чтобы их растянуть, надо руку вперед загнуть. Может, видели, спортсмены вот так вот делают, да? Вот так вот тренируются. Это они вот ромбовидные мышцы растягивают. А когда они напрягаются, вот если ты руку так поднимешь, как будто сдаешься, фашист сдается, вот, сразу видно, видите, трапециевидную мышцу сразу стало видно. Но тут видно еще и широчайшую мышцу, видно, что человек занимается, все, расслабься. Человек занимается, у него широчайшая мышца видна. Она вот идет какая. Вот такая большая широчайшая мышца спины. У Высоцкого была какая-то песня такая. Эх, широчайшие мышцы моей спины. Разведу там или сведу, что-то я не помню. Под ними идет широчайшая мышца спины, крепится к плечу, кость плеча. Вот там, подмышка получается. Там же идет еще, ну отсюда не видно, малогрудная мышца, которая также крепится вот с той стороны к костям плеча. А за подъем лопатки вот в эту сторону и туда, вперед, отвечает зубчатая мышца. Она крепится к ребрам. Она из таких многих состоит кусочков. Зубчатая мышца. Соответственно, когда мы делали, помните, вот этот вот прием, руку назад, вот, мы тянули зубчатые мышцы, видите, растягивали, вот так растягивали, не-не, расслабься, сами ничего не делай, вот так растягивали ромбовидные мышцы и верхний пучок трапециевидных, да, потом вот так растягивали трапециевидные мышцы, и вот так растягивали верхний пучок ромбовидных мышц. Помните, во все стороны, туда-сюда, туда-сюда, вот, все это мы прорабатывали. Так, отдыхай. А что нас тут дальше интересует? Ну, вот, точка. Триггерная точка, самая частая. Я с точки буду синим показывать. На месте пересечения. Ну, там много мышц, они слоями идут. Самое основное, это вот ромбовидное и трапециевидное пересекаются. Тут вот еще одна точка есть. Как правило, точки есть у нас вот между задней дельтой и... Вот тут точка, вот чаще всего, это триггерные точки. И круглые мышцы. Вот тут точка есть между двумя круглыми мышцами. И внизу круглые мышцы, прямо вот под лопаткой получается. Далее точки у нас есть в акромиальном отростке, в ямочке, да, где крепится вот эта вот трапециевидная мышца. По центру этой мышцы, на уголке лопатки, ну там вот много. Вообще, если там вот китайская медицина взять, у них там точки... 4 ряда, что ли, идут, там их очень много, нам все их не надо знать. Точка вот здесь по центру, на плавающем нерве. Точка по центру сверху, когда мы прижимали вот так вот. Точка под трапециевидной мышцей вот здесь. Да, точки за ухом. Ну, тут не буду на череп рисовать. По уху у нас были точки, да, по двум ободкам сверху и снизу. И точки на висках, идущий по всей голове. Точки вдоль черепа. Вот так мы прижимали через 2 сантиметра. От оси черепа по сантиметру в каждую сторону откладываем. И через 2 сантиметра друг от друга прижимали их. Да? Вот. Далее точки у нас были вот эти, нервные. Потом место крепления к копчику. Точка. И сам копчик. Если посмотрите, вот тут вот есть такая ямочка, да? Вот тут тоже точка. Такая интересная, повышающая потенцию. Вот можете ее прожимать. И место крепления копчика. Вот тут такая тоже ямочка есть. Там тоже акупунктурная точка находится. Далее у нас точки были. Ну, соответственно, вот я уже нарисовал. Точки были вот здесь. Ну, основная это по центру, разделяющая двухглавую мышцу бицепса, бедра. Вот бицепс идет. Разделяется он так вот. Крепятся они, естественно, выше, к голени. Вот там они крепятся, где-то вот тут примерно. Да, если можешь, ногу да, вот так разверни, пожалуйста. А, вот даже видно стало хорошо. О, видите, как видно его. Отлично.
Здесь идет большой тракт бедра, который крепится вот здесь. Ну, спереди не будем рисовать. Так, вот видно икроножную мышцу, она пошла вот так вот. Они тоже раздвоенные получаются. Проекция меняется вот от того, что нога-то все-таки объемная. Вот сюда она пошла. Внутренняя часть. Ну, соответственно, мышцы заканчиваются вот тут. Дальше идут сухожилия. Вот тут, если напрягешь стопу на себя. Нет, давай от себя. То видно, под ней камбаловидная мышца идет. Вот. Ну, а дальше там большая берцовая мышца. Разворачиваем стопу вот так вот. Вот так ногу держит, да, вот так. Здесь у нас основные точки. Это помню, вот где шпора часто все бывает, да. Вот толстый кишечник переходит в сигмовидную кишку. Тут вот, ну, все точки знать не обязательно, но у них много, на пальцах много, да, не будем всех называть. Вот примерно так по квадрату идет кишечник. Потом точки у нас были вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Улыбка Гвинплена мы рисовали. Да? Ну и на пальцах я там не буду говорить. Там их очень много. Там точки Фоля, там их миллион. Нам они все не нужны. Китайщину мы не занимаемся. Китайские названия не учим. Минимум терминологии, максимум практики, которые вот это все мы на практике отрабатываем. Что нас еще интересует? Ну и, соответственно, нас интересует ось, куда мы в основном делаем упоры при мануальной терапии. Это вот ось, давайте как я нарисую, давайте черным цветом закрашу. Ось гребня подвздошной кости, вот такая, да, ось лопатки. И выпирающие кости самого крестца. Вот тут. Вот. Это куда мы делаем основные упоры. Вот до сюда он идет. То есть, смотрите, когда мы давим, да, мы, соответственно, по диагонали давим вот в эту ось и вот в эту ось. Вот так. По диагонали. Когда мы накладываем локоть, мы вот между этой косточкой и вот этой косточкой. Да, вот. Когда мы разделяем сопряжение крестца и подвздошной кости вот здесь, да, мы вот между ними давим вот сюда, вот эти вот кости растаскиваем. Ну, шею и череп это вообще отдельно там будем рассматривать, чтобы сейчас она не мешала. И, соответственно, вот еще одну мышцу, которую я вам не показал, она идет вот сверху от сосцевидных отростков, да, и идет до уголка лопатки. Самая такая вредная мышца, которая чаще всего зажата и болит у человека. Мускулус элеватор скапулус. По-научному означает мышца, поднимающая лопатку, уголок лопатки. Скапулус от лопатка, мускулус мышца, элеватор поднимает. Ну, по-латински. Так, латинизацией мы тоже занимаемся. Мы как бы не учимся латинское, нам достаточно маркировки позвоночников. Значит, эти позвонки маркируются С. Грудные позвонки маркируются ТH от 1 до 12. Соответственно, 12 пар ребер от них отходят, да? Эти шейные от 1 до 7. Поясничные, ну я уже написал, L, да? L от 1 до 5. И крестец, это сросшиеся позвонки, ну, S1, там их тоже до 5. Ну, крестец мы не рассматриваем. Крестец там, он просто вглубь уходит, и там еще 3, 4, 5, ну, раза в по-разному, у кого-то там до 7 позвонков может быть. Говорят, это рудимент хвоста,
от обезьян остался. Ну, кто как рассматривает. В общем, там разное количество позвонков у разной группы, у разного этноса человеческого. Что нас интересует по поводу работы с мышцами? Вот в народе говорят, мышца забита. Да? Что это значит, что там забито? Как это забили? Били ее, что ли? Как это забито? Да? Или как берется спазм мышечный? Ну, в принципе, тут одно и то же. Забито, это значит, в ней остались переработанные материалы. Венозная кровь, мочевая кислота, ну, там, муравьиная кислота и все остальное, соли там остаются. Соответственно, если там метаболизм уменьшен, да, меньше кровообращения идет, то там начинают и соли тоже накапливаться. И, соответственно, она разбухает. Вот это и есть боль. Ну, например, покажем на грушевидной мышце. Мышцы чаще всего веретенообразные. То есть они с какой-то стороны вот так вот крепятся. Да? У них тоже есть сухожилие, то есть любая мышца заканчивается сухожилием. Где-то они поменьше, где-то они вот такие. Вот это все сухожилие, представляете, огромное. И сухожилие против мышцы является антагонистом, то есть противником. То есть каждому неприятно, если ему в жизнь кто-то вмешивается. Да? Если мышца сокращена, да, то сухожилие перерастянуто. Ему это не нравится. Оно начинает сокращаться, растягивает мышцу. А мышца, если уже наполнена, то ей тоже это не нравится. Представляете, вот, ну, возьмите человека с полным животом, с полным брюхом набитым, и попытайтесь его растянуть. Это же будет просто, ну, просто больно, неприятно. Так каждая мышца, каждому волокну, это неприятно. И тогда они начинают друг против друга работать. Одна разжалась, другая сжалась. По очереди, со своими собственными сухожилиями, понимаете? И от этого возникает вот судорога. Откуда судорога у человека? Вот как раз вот работает между собой мышцы и сухожилия. Значит, как мы с ними работаем? Ну, во-первых, это растираем, да, вдоль, поперек, по-всякому. Во-вторых, это мы ее растягиваем достаточно грубо. Вот то, что вот мы показывали локтями, да, вот туда вот уходили, разминали и на срыв шли. Далее мы ее, ну, кстати, почему центр я вам сейчас показал локтем? Потому что мозгу идет сигнал одинаковый, как отсюда, как с концов мышц, так и с середины. То есть мозгу все равно где боль, он все равно блокирует всю эту мышцу. Так, сейчас я отключу. Прорабатываем центр достаточно грубо, это болезненно бывает. Вот я вам показывал с грушевидной мышцей. Вот сюда мы ее, прорабатывали. Видите как? Дальше мы работаем с точками. Соответственно, отыскиваем, ну особенно, почему про ягодицу говорю, потому что самая частая вот область работы у нас получается. Отыскиваем точки прикрепления мышц. Продавливаем эту точку на вдохе. Человек вдохнул. И держим, ну, примерно секунд 10, там, 20, да, иной раз до минуты можно. Если до минуты, то, соответственно, человек дышит, он расслабляется. И у нас в этот момент есть формула, по которой, словесная формула, по которой мы говорим человеку, чтобы мышца расслабилась. Дыши, помогаем ему, вдох медленно, вместе с ним дышим. Синхронизируем наше дыхание, помогаем ему расслабиться еще больше и больше, точку все время держим, не отпускаем, нажим, держим точку. Ну, также можно с любой точкой, вот тут я рисовал, да, с этой, ну, с любой, пока здесь показываю. И проговариваем. Представь, что ты вдыхаешь через эту точку и делаешь через нее же выдох. Человек представляет. Мы понимаем эту боль, мы ее принимаем для себя. Для чего-то нам эта боль была дана, для чего-то была нужна. Мы ее принимаем и посылаем туда любовь. Мы ее любим и с любовью отпускаем. Через любовь идет излечение, это на самом деле очень мощная энергетическая техника. Мы отпускаем. И с Богом, нам боль не нужна. Почему мы с ней разговариваем? Потому что у нас есть три составляющих. Это человек. Второе – его проблема, и третье – лекарь.
Вот между этими тремя составляющими лекарь должен договориться, с кем он на стороне. Либо он объединяется вместе с болью с этой, с проблемой против человека, тогда один против двоих не выиграет. Да? Либо он объединяется с человеком против боли, тогда один против двоих не выиграет, проиграет боль. Ну, также прожимаем вот все место крепления, мышцы идут веерно, да, я уже сколько раз повторял. Прощупываем, находим все вот эти места спереди, там, ноги, все это прощупываем, находим и прожимаем все эти точки, пока не отпустит боль. Также и здесь, ну, в общем, в любом месте, где мы находим блок, да, также можно вот такой точечной техникой воспользоваться и избавить человека от проблемы. Следующий способ – это метод релизинга на устранение спазма, да. Это мы берем мышцу любую, вот нащупываем и тянем ее поперек. Тянем, он же и миофасциальный, в принципе, массаж. Вытягиваем. Как бы медленно и мягко, я показываю сейчас быстро, и у нас как бы мышца она выкатывается из-под пальцев, да, и у нее растягивается фасция. Фасция — это такая тоненькая пленочка, в которую завернуты волокна мышц. Она тоже бывает спазмирована, она тоже бывает перекручена, и вот мы ее растягиваем, распрямляем фасцию. Потом метод, ну то есть идет расслабление. Потом метод релизинга вдоль. Тянем вдоль. Также вот можно, в принципе, с любой мышцы, да, вот эту мышцу там растянуть. Следующий способ – это постизометрическая релаксация. Мы еще будем проходить. Это когда мы заставляем эту мышцу, ну, например, вот грушевидную, вот так вот, сократиться с напряжением. То есть человек давит на мою руку, сопротивляется, она сокращается. Потом резко отпускаем и мышца расслабляется. Ну, кстати, с точками тоже похожий эффект происходит. Эффект шланга. То есть мы когда давим там точку сильно, именно поэтому сильно надо давить на сухожилие, да, где место крепления. Почему мы давим сильно? Потому что идет кровь, подходящая к мышце, она как бы закупоривается, да, как на шланг наступили, да, подходит много, потом резко отпустили, и кровь как пробку пробивает все вот эти продукты, переработанные в мышце, да, и они выходят быстрее. Ну, точки можно нажимать до 2-3 раз. Метод пострелаксации, да, с напряжением и расслаблением, тоже делается где-то от 3 до 5 раз. Повторы на одну мышцу. Так, ну вот такими способами мы работаем с мышцей. Почему я говорю так подробно про мышцу? Потому что когда мы будем работать с костями, это техника вашей безопасности. То есть, если вдруг что-то пошло не так, да, когда человек расслаблен, когда мы его разогрели, у нас всегда сначала разогревающий массаж идет, да, потом мы только действуем, потом мы только его начинаем хрустеть и править. Но человек может не ожидать, или испугаться, или дернуться, да, от боли. То есть ему, ну, мы щелкнули здесь, а он дернулся и кольнул совсем в другом месте, да, отразился. Там вот появился спазм. Чтобы он от вас ушел все-таки довольный, а не пожаловался, что вот мне там нажали, что-то у меня там потом там защемило. Всегда спрашивайте, что с ним произошло, и прорабатывайте те мышцы, которые вдруг спазмировались. Еще бывает остаточная боль у мышцы, да, то есть мы что-то повернули там шею, например, да, и осталась остаточная боль. Также в конце хотя бы мягко потянули, ну, за кости мышцы, даже мы ее растягиваем. И также это почти метод релизинга. Расслабили ее. Тянули и расслабили. Это вот в конце завершения нашей процедуры. Ну и, естественно, все мы процедуру заканчиваем легким потряхиванием, похлопыванием и таким вздрагиванием. Все, закончили сеанс. Довольные, дали пациенту в тепле полежать. Надо правильно завершать сеансы. Хотя бы минут 5-10, да? А еще лучше теплым одеялом подогретым одеть. И работаем в помещении с закрытыми форточками, чтобы не было сквозняков. Во время этих процессов сквозняки очень вредны. И чтобы он вышел когда от вас, тоже как минимум минут 40 или час, а лучше полтора часа, не попадал на ветер. Иначе будут опять спазмы, еще будет хуже, чем до массажа было. А виноваты будете вы. То есть он подумает, что это вы ему что-то сделали. Поэтому предупреждайте, чтобы он всегда оставался в тепле, особенно те зоны, которые мы проработали, поясницу и шею. Ну все, на этом мы с вами не прощаемся. С вами был Олег Лагутин. Не прощаемся, потому что увидимся у нас на тренингах. Приходите, обучайтесь. Здесь мы все покажем вам на натуре, и вы уйдете
в понедельник уже готовым специалистом, дипломированным, с готовыми навыками в руках, только в работу, так, чтобы клиенты от вас были довольны и приходили, вам жали руки еще и еще раз и благодарили, и приводили новых и новых клиентов для вас. До свидания, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудлин.